В отделении восстановительного лечения есть традиция перед Новым годом украшать свое помещение. И каждый раз разные креативные идеи. Уже на пороге пациентов встречает большая и нарядная елка с музыкальным сопровождением. Музыка новогодняя, подбирали всем коллективом. Но главное украшение поставили на втором этаже. Эту елку делали несколько месяцев, свободное от работы время. Идея пришла еще летом. Тогда в лесу насобирали сотни шишек, покрасили и склеили. Каждая шишка как на подбор. Работа была сложная, внизу крупные, сверху поменьше. Главным инициатором стала старшая медицинская сестра Светлана Бревнова. В этом году мы решили украсить свое отделение вот такой замечательной поделкой. Идея пришла как-то спонтанно при просмотре какой-то телепередачи. Я подсмотрела такую маленькую идею. Там делали маленькую елочку. И как-то в голове все нарисовалось. Сделать такой вот большой шедевр. Подготовка у нас была длительная, в течение 3 месяцев. В украшении принимали участие и дети. Делали различные поделки и рисунки с символом 2020 года – мышью. Безусловно, пациентам стало намного приятнее приходить на процедуры. Все уютно, музыка вот играет даже внизу. И врачи хорошо относятся. Очень позитивно, прекрасно сразу. Возвращаться-то охота сюда. Но нежелательно. Но в гардеробе заботливый персонал лечебного учреждения приготовил для пациентов вот такие конфеты. Называется «Мечта». Каждый может взять, угоститься, загадать новогоднее желание, которое обязательно сбудется. Игорь Соколов, Алексей Карипанов. Новости 11 канала.